Другим новостям. И вновь Бесаба. Минувшую субботу на территории вновь строящегося микрорайона на месте рухнувших домов новое ЧП. Опрокинулся автокран. С трудом, но нашим корреспондентам удалось побывать на месте происшествия. Пристальное внимание к новостройке на месте рухнувших домов – не праздное любопытство. В прошедшую субботу в ЧС Карагандинской области поступил звонок сообщения, что на стройплощадке опрокинулся кран. Есть жертвы. Как оказалось, пострадал рабочий, но он отделался ушибами. Очевидцы сняли на мобильный телефон в момент, когда кран перевернулся. Нашим корреспондентам пришлось преодолевать препятствия, чтобы зафиксировать это событие. Но не тут-то было. За забор никого не пускали. Кому нужен лишний шум? Упал, ну господи, жертв нету, ничего нету. Ну зачем это нужно? Ну из-за чего кран вообще упал? Ну ошибка крановщика. Не надо. Ну зачем вам это нужно? Ну в смысле зачем нужно? Упал, все, сейчас поднимут. Столько проблем? Что-то? Нет, не снимай. Давайте ерундой не занимайтесь, ребят. Двери перед корреспондентами плотно закрылись. Аварией будет заниматься комиссия. Это понятно. Непонятно, почему не рассказать обо всем, чтобы не было кривотолков. Бесаба до сих пор больное место Караганды. Сергей Высокосов, Первый Карагандинский.